Сейчас, Макс, включим музыку. Выключили музыку, чтобы записаться. А Макс говорит, включите музыку. Да? Выключила мама, ага. Ну нельзя музыку слушать, когда записываемся. Всем доброе утро. Доброе утро. Макс у нас сегодня дома. Мы его вчера забрали из садика в обед. У него температура поднялась. Ближе к вечеру. Ближе к вечеру? Мне казалось. Четвертый час. В четвертом часу мы вообще разобрали. Это ближе к вечеру, это не обед. Вот. Ага, горячо. В общем, сегодня он у нас дома. У нас сейчас будет завтрак. Макс уже поел кашу. У Макса была пшеная молочная каша с утра. А теперь он спер сыр. И тихо, выжай. Ну садись, кушай сыр, мы же не против. Вот, а Татьяна делает бутербродики. Собственно, такой вот у нас намечается день. Планировалось много работать. Вчера мы очень ударно поработали. Вчера мы влог не записывали. А сегодня мы будем стараться тоже ударно работать, насколько это будет возможно. Как-то так. Всем приятного аппетита. Труба, наверное. Умничка! Это дуба! Лошадка? Правильно! Это слон! Это и ты! Молодец! Ты! Ёжик! Союзок! У нас Макс уже бодрствует. Ну, он уже давно бодрствует. Часа два бодрствует. У нас уже время ужина подходит. Я сейчас за Викой поеду. В общем, мы достали рыбу, минтай, чтобы пожарить. Сейчас понимаем, уже и времени много, и желаний нет. Вообще нет желания готовить. И вообще, Татьяна, если честно, в трансе в каком-то. Вариант заказать еду. Заказать еду. А я хочу поддержать этот вариант. И убрать рыбу в пакете. И убрать рыбу. Она еще не успела все равно оттаять по-нормальному. Единственное, пакет из-под нее выкинул. Ну, я что? Заведу пакет. Что, проблема с пакетами? Пакетов давай, хватает. Давай, правда, закажем еды. У нас маленький пакет, наверное, для такой рыбы. Ну, или что, сейчас придумаю. Да, я не хочу заставлять рыбу жарить. Сейчас я уеду, Макс начнет гундосить. Тебе стоять тут рыбу жарить, знаешь, я тебя готов пожалеть. Да и съесть что-нибудь другое. Только что. Только что. Я вот говорю, может, суши. Но... Я бы поела суши, но надо, чтобы... Надо, чтобы идти... Максу еще бы что-нибудь жиденькое там. Это... Супы есть, наверное? Нету. Ну, тут нету. Где-то в другом месте. Где-то надо заказывать, где все есть. И, да, жиденькая. Вот он. Это еще надо будем заставить суп есть. Ну, это понятно, но все равно. Надо постараться, да, пока не... С рыбу мало. Здрасте. Максим пробирается в зону кухни.
Максим. Макс, мы еще ничего. Мы еще только думаем заказывать еду. Мы еще только размышляем, чтобы заказать. Ладно, давай сейчас. Давай уже искать, я рыбу вообще-то прибираю. Но уже времени как бы это пока. Надо успевать. Ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем, расскажем, потом что придумали. Почему ты на голове сидишь? Раздевайся, переодевайся. Ты что, ты же в школьной одежде еще. В общем, мы уже с Викой дома. Что по итогу мы решили? Мы решили, что у нас будет суши. Вот это близко. Летающая камера, да, погрузилась в суши. У нас будет сегодня вкусная суша. Вик, мы тебя ждать не будем потом, мы просто сядем и поедем. Так, кто не успеет, тот опоздает. Представляете, это не мукбанг, но мы все равно заказали суши. Почему? Потому что мы их любим. А Вике мы пожарим яичко. Она говорит, я хочу что-нибудь другое. Да. Я говорю, яичко будешь? Она говорит, очень сильно хочу. Ну, отлично. Так что дело такое. Хозяйское. Да. Всем найдется, что перекусить. Вкусно уже едим. Угу. У нас сегодня вон какие суши. Такие. Не знаю, как они называются. Вот такие, не знаю, как они называются, они шли в наборе. Филадельфия Лайт. Такие. Вот такие вот. Ну, не важно, как они называются. Какая разница, как они называются. Да, главное, что там внутри. Ну, обычно вот я беру палочками. С овощами. И тайно любимые тортильи с овощами. Всем приятного аппетита, ребята. Да ладно. Что тут делается? Ну что забыл? Смотри, какая у нас будет. Сторис. Ой. Ты близко. Страшное дело. Мы, короче, сделали себе маску. Последние наши запасы. Значит, тайской масочки с тамарином. Из улиток? Или с тамарином? Вот. Но остается вам только позавидовать, слушайте. Позавидовать. Может, мы сегодня в ванне поваляться? Да какой у тебя в ванне-то валяться? Когда? Не знаю. Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Если только для меня ванну ты сделаешь. Нет! Только для папы! Только для папы! Зачем папе ванну? Надо. Да фиг бы знал. Папе душа достаточно. Нет! Давай, пожалуйста, кисточку я тоже. 3 минуты на душ бы найти, да? Так, ну все, Вика, это надо выкинуть все. Ну мы там с Максом тоже вот. Тоже? Мы с ним чинили автобус, который у него упал, и колесо отвалилось. О-о-о. Который тут гонять-то классно. Хотели позапускать, а он, кажется, кисточку не работает. Кисточку вложи в раковину и помой. Ну, поздравляю вас. Давайте, умывайтесь. Не снимайте нас. Ага. Он мы с ним. Он принес какую-то штуку, говорит, давай вот эту собирать. О, игра какая-то. А, это какая-то. Поняла. Ты покупаешь такие игры. Познавай. О, ты собираешь уже? Ты смотри-ка, собираешь. Молодец, Максимка. Молодец, ага. А ты не забиваешь. Смотри, надо вот, вот такую. Вот есть специальная карточка. Вот тут вот синяя. Тут вот ты такой же должен собрать. Ну ты почти собрал даже без этого. Без инструкции почти правильно собрал. Это не сюда. А ну-ка. Давай. Давай. Вот. Это маленький не такой, по-моему, треугольник. Другой надо искать. Другой? Угу. А вот этот подойдет? Вот этот куда? Вот туда. Этот сюда, правильно. Этот Ой. Подойдет. Такой синий. Угу. В общем, мы пытаемся заставить детей отправиться мыться. Угу. Макс там что-то стирает. Она заставляет решать примеры. Она заставляет решать примеры и играть в учителей. Сколько будет 506 умноженное на 506? Ну, спасибо. Я, пожалуй, воздержусь. Скажите мне. Нет. Сейчас мы посчитаем. Ты столбиком посчитаешь? Ты не сможешь. Не смогу, да? Mm-mm. Слишком много цифр. Не знаю, может, ты сможешь, конечно. Я не помню даже, как, ну... Это вот если было оно умножить на 6, все было понятно. Вот 506 на 506. Ну, да. Вика, тут что-то... Вика, ты куда делась? Она говорит, я директор 500, школы. 5 на 5 это 25. Директор школы. Мыться пора. Нет! Мыться пора, учите директор школы. Учите меня сегодня. Сегодня, ребята, у вас сегодня
непростая задача. Какая? Бока. Зубы. Да какие бока? Сыть. Бокан. Бор. Да подождите. Подожди, это же... Так, задача. Ребус. Ребус? Да. Бока, зуб. Плоскогубцы. Вот га-ка минус сыть. Это челюсть. Это челюсть. Мне так... Челюсть? Вот. Так, все, давай. Не, я помню, что такое. А, ну все, это челюсть. Челюсть. Так, пойдемте мыться. Качели. Качели. Качели? Угу. Да ты не решай за детей. Так, я уже нарисовалась. Мама ученица нарешалась. Записывай. Ладно, все, идем мыться, ребята. Да. Идем мыться. Это не закончится. Идем мыться. Да. Это не закончится. Время идет, мыться пора.